Добрый вечер. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Гору команды ПСЖ Михаил Павел. Как вам сегодняшняя игра? Хорошая. Поборолись с соперником. Немного пасов. С пасом плохо было. Мало держали мяч. Так, в принципе, выиграли. Что самое главное в команде. Сыграли хорошо. Соперник тоже молодец. Хорошо выходил из зоны. Атаковали хорошо. Ну, что-то, наверное, удача была на нашей стороне. Насколько выложились, как считаете? Ну, я вот сегодня точно на максимум выложился. Может, кого-то еще хотели отметить из команды? Ну, все отлично поиграли. Все. Спасибо всем за игру. А соперник в каком в целом? Ожидали хорошие парни, девушка, как и сказал, хорошо выходили из центра. Я понял. Круто. Поздравляю с победой. Спасибо. Желаю удачи в дальнейшем.